Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 13 по 22. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжницы и фарисеи, лицемерии! Яко снедаете домы вдовиц, и виною далече молитвы творящие, сего ради лишшее приимете осуждение. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемерии, яко затворяете царствие небесное пред человеки, вы бы не входите, не входящих оставляете в нити. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемерии, яко приходите море и сушу сотворите единого пришельца, и когда будет, творите его сына гиенны сугубейше вас. Горе вам, вожди слепие глаголющие, иже аще клянется церковью ничесо же есть, а иже клянется златом церковным должен есть. Буи и слепие, коеба боли есть, злато ли, или церковь светящая злато. И иже аще клянется алтарем ничесо же есть, а иже клянется даром, иже верху его должен есть. Буи и слепие, что бо боли, дар ли, или алтарь святяй дар. Иже убо клянется алтарем, клянется им и сущим верху его. И иже клянется церковью, клянется ею и живущим в ней. И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если кто же поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат поистине суровые слова, обличающие книжников и фарисеев. «Горе вам!» Так начинает Господь свою речь, обращенную к привилегированному классу иудейского общества. Обращение «горе вам» в греческом звучит как «уэ», и это слово трудно перевести, поскольку оно означает не только гнев, но и печаль. В этом слове не только дух жестокого осуждения, но и атмосфера острой трагедии. Александр Павлович Лопухин пишет: «Христос своим проникновенным взором видел, что современное ему положение дел не может продолжаться долго, и выразил это в грозной обличительной речи, которая принципиально применима ко всем народам, показывая, что фанатизм, мелочная обрядность, грабительство и жадность, лицемерие и любовь к внешним условностям могут угрожать гибелью всякому народу,
если он не постарается вовремя освободиться от всех этих пороков. Греческое слово «ипокрите» обозначает лицемера или притворщика, скрывающего свою подлинную натуру. В глазах Христа книжники и фарисеи были притворщиками. Их представление о религии сводилось к внешнему, показному соблюдению норм и правил закона. А в сердцах их были горечь, зависть, гордыня и высокомерие. Поэтому Господь и указывает на фарисеев и книжников, говоря: «Затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Преподобный Иустин Попович так рассуждает о словах Спасителя. «Чем затворяют фарисеи Царство Небесное от людей? Своим лицемерием. Ибо, уча людей своей жизнью, кажущемуся благочестию, они им затворяют врата Царства Небесного, в которые входят единственно истинным благочестием, то есть настоящей жизнью о Боге и в Боге. Человек становится достойным Царства Небесного, когда он на земле живет по закону неба, объявленному Господом нашим Иисусом Христом». Но фарисеи и книжники, противостоя Христу и Его Евангелию, сами не желали войти в Царство Небесное и другим иудеям чинили препятствия. Обличая их за оскорбления и обиды, и хищение имущества бедных и беспомощных вдов, и за мнимую набожность, проявляющуюся также в долгих молитвах на показ, Господь осуждает религиозную элиту иудейского общества за их коварное миссионерство. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Святитель Иоанн Златоуст замечает. Здесь Христос предъявляет книжникам и фарисеям два обвинения. Во-первых, в том, что они ничего не могут сделать для спасения многих, и что им стоит великого труда привлечь к себе хотя одного человека. Во-вторых, в том, что они совершенно не родят о сохранении того, кого приобрели. И не только не родят, но еще становятся его предателями, когда порочную своей жизнью развращают его и делают еще хуже. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен». Сокрушается Христос. Дело в том, что иудейские учителя разделяли клятвы на великие и малые и учили, что исполнение малой клятвы не обязательно. Клятва даром или церковным золотом считалась великой, а клятва храмом или алтарем – малой. Господь указывает, что клясться всем этим значит клясться самим Богом, а потому нельзя нарушать ни одной из этих клятв. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, призывают задуматься о том, к чему нужно стремиться. Господь учит нас не казаться перед людьми праведными и благочестивыми, а быть такими на самом деле. То есть ждет от нас сердца, искреннего и открытого, наполненного истинной верой и милосердной любовью к ближнему. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избавь.